Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим самую страшную игру, по словам очень многих людей. Ну, внушает даже меню. Собственно, спокойно, я просто нажал на опции. Так, в принципе, давайте посмотрим, что тут есть. Язык английский, либо испанский. Я думаю, на английском играть будет лучше. Контролировать, ВСАД. Так, красный С. Короче говоря, пока что я тут приготовление. Я просто не оттягиваю момент, честно говоря. Поэтому надевайте наушники уже. Япона мать, приступим. Потому что последние инди-хорроры у нас были более умиротворенные такие, настраивающие на размышления. Здесь, мне кажется, мы будем просто пугаться. Насколько я знаю, игра довольно продолжительная, поэтому в одну серию мы, скорее всего, не уложимся. Так что с новым хоррор-прохождением нас. Загрузка. Игра пока в стадии беты, и поэтому, возможно, финальный вариант нас порадует чем-то другим. А пока что давайте нажмем кнопку. Глава первая. Лес of Sticks. Что бы это ни значило. Стейкс — это ставка вообще. Лес ставок, что ли? Не знаю. Ого, у меня есть... Я, короче, так и не посмотрел нормальное управление, но, по крайней мере, я знаю, что шифтом мы можем ходить. Вы знаете, я вот это точно не запомню. Черт его знает. Какого черта? Тут так темно, что вообще ничего не видно. Это какое-то... Так! Я понял. Так, три, потом кружок, потом крестик в решетке. Три, потом кружок, потом крестик, крестик в решетке. Отлично, что дальше? Три, потом кружок, потом крестик в решетке. Три. Фу, ну, в принципе, это было довольно очевидно. Просто в этой темноте я это проморгал. Зачем так много всяких шипов по стенам? Это же, по-моему, очень печально. Я уже смотрю больше на пол. А почему так все плохо? Почему такие звуки-то кругом? Это же нервирует. Давайте будем бегать, потому что... Не, давайте не будем бегать, а то мы точно сейчас куда-нибудь вбежим. Тихо. Это что-то значит? Нет, скорее всего, нет. Я хочу какой-нибудь факел. Мне это сильно облегчит жизнь. Не поддается. Но там, по-моему, свечка, от которой мы сможем зажечь этот факел. Возможно, здесь где-то есть рычаг, но я его не вижу. Возможно, вам будет более видно, потому что я буду осветлять это видео. Но если вы что-то видите, этого не вижу я. Не нужно меня пинать в комментариях. Так, хорошо, побежали вниз. Треугольник... Ой, треугольник, три, крестик, кружок, решетка. Хорошо, это, видимо, тут. Так, три, крестик, кружок, решетка. Три, крестик, кружок. Решетка. Три. Крестик. Кружок. Да, блин, музыка, прекрати. Решетка. Три. Крестик. Ого. Я не смогу сделать этот прыжок. Ну, конечно, я пошел не той дорогой.
Игра, ты довольно жестоко со мной, знаешь. Пока что это какая-то... Я не знаю. Почему я не могу поджечь? Надо было посмотреть управление, возможно, у меня где-то зажигалка есть. На самом деле нет, конечно. Три, крестик, кружок, решетка. Я не туда зашел, куда-то, да? И сейчас я умру, скорее всего. Ну, конечно. Хорошо, сейчас мы пройдем. Не знаю, почему-то по атмосфере эта игра мне больше всего напоминает SCP-087. Не знаю почему. И... Крестик, кружок, решетка. Три. Крестик, кружок, решетка. Ничего не вижу. Это, по-моему, три. Крестик. Нет, там вон у нас тупик. Ага, кружок. Решетка. Три. Крест. Кружок. Решетка. Три. Piece of cake. Тихо. Вы знаете, меня реально беспокоит эта игра. Она как-то сразу за жабры берет. Факел, упади, пожалуйста. О, твою мать! Что это было? Я сейчас, по-моему, пойду и просто на шипы сам насажу себе. Так будет проще. По крайней мере, мучаться буду меньше. Так, я ничего не вижу. Я могу спрыгнуть сюда. Либо спуститься, как нормальный человек. В этот момент я спрашивал себя, это все просто мое воображение? Возможно, теперь я должен добавить, или это фрагмент разрушенных воспоминаний этого маньяка? Could the background of the tortured and murdered victims of this chamber have something to do with it? Возможно, окружение этих измученных и убитых жертв в этих помещениях что-то значит. Их ждала страшная смерть. Возможно, что-то эзотерическое мучило их души, и теперь, сотни лет спустя, я прокажен их проклятием. This line of thought made me remember one of the details of the investigation that brought me to this place. A girl had gone missing in the proximity of these woods. An unfortunate teenager that, after some inquiries, I linked to Wiccan practices. Had she been kidnapped and tortured to pay for her heresies? Мои размышления заставили меня вспомнить детали моего расследования, которое привело меня в это место. Девушка пропала где-то в этих лесах. Невезучий тинейджер, то есть подросток. Его я и связал с этим, с этими, то есть с практикованием этих веканов, что ли. Ну, видимо, какой-то культ. Была ли она похищена и замучена, чтобы заплатить за ее грехи? Возможно. Что мне это дает? Я не хочу возвращаться, там меня что-то плохое ждет по определению. Рычаг. Этот рычаг откроет мне ту самую дверь, видимо. Ничего не видно, но что-то где-то и правда открылось.
Я не хочу туда идти. Опять. Моя голова сейчас. 3-3, кружок, крест, крест, квадрат. Извините, что я их так называю, мне так удобнее. 3-3, кружок, крест, крест, квадрат. Три. Ноу. Подожди. Три. Считается, нет? Но щелчка не было. Не считается, отлично. Ладно, вот сейчас ничего не было, вот сейчас все будет. Три. Три. Что? Видимо, нет, не считается. Хорошо, будем думать. И как же тогда быть? Это было очевидно. Я еще нажал кнопку Shift, которая заставляет медленнее ходить, чем быстрее. Хорошо. Давайте поскрепим мозгами. Проблема в том, что сейчас поздняя ночь, мозги у меня, как обычно, уработаны за день, и думать я буду со скрипом. Возможно, этот скрип вы услышите, но не волнуйтесь, все в порядке. Так, 3-3. Кружок. Твою мать, ненавижу это дело. Это крест. Крест. Квадрат. Три. Три. Кружок. Крест. Крест. Квадрат. Ой-ой-ой-ой-ой. Это была ошибка. Может, обратно на этот сможем. Три. Три. До свидания. Это было просто. Элементарно вообще. Даже не вспотел. Хорошо. Это напоминает мне Zen Fortress из Dark Souls. И самое приятное место. Я бы даже сказал, похуже этого. Опять. Три. Кружок. Крест. То есть все по порядку и до кружка. А я забыл, какой порядок. Три, круг, крест, квадрат. А может быть, мне все-таки сюда? Потому что здесь же у нас было что-то, что хотело открыться передо мной. Доп. Ладно, пойдем обратно по этому месту. Это называется бэктрекинг. Приходится возвращаться на одни и те же места и... Таким образом можно неплохо затянуть игровой процесс, но в данном случае я не жалуюсь, потому что это реально круто. Так. Хоп. Ок. Крест. Квадрат. Подожди, подожди, я перепутал. Мой косяк. Хорошо, ну в принципе все понятно. Давайте все-таки не будем спешить, как я сейчас спешу, наверное. Да, все, мозг уже разрушен. Ладно, все, давайте не будем спешить совершенно. Так. Треугольник, кружок, крест, квадрат, крест, кружок, треугольник, отлично, ладно, допустим. Самое печальное, что если сейчас начнется погоня, то прятаться-то вообще некуда.
Я не хочу туда идти. Игра просто вообще офигительная. Но, по крайней мере, знаете, что я думаю? То, что мы можем... Теперь мы можем видеть. Япона-мать, кто мне в скайпе пишет? Не проверяйте свой скайп. Чё, так недолго, что ли? Хорошо, может быть, где-то здесь есть... Смотри, недолго. Может, мне дверь поджечь? Честно, это было бы довольно глупо. Ого. Здесь явно потребуется что-то мощное, чтобы открыть это. А, нет, смотри. Все было довольно просто. Ларчик просто открывался. Меня не радует, что факел у меня тухнет так быстро. Вот и все, да? Япона-мать, я расхотел туда идти. Давайте мы сходим лучше сюда посмотрим. Так, пустим. Мне почему-то кажется, что когда я с факелом, я не могу взаимодействовать с предметами. Хотя, может, я ошибаюсь. Жутковато тут у вас. Здесь, походу, тоже ничего такого. Возможно, потом откроется. А если прыгнуть? Отлично. Не свезло. Хорошо, учтем. Значит, нам нужно идти вперед. Но оттуда такие звуки, что, блин... Я даже не знаю. Очередная записка. I remember having felt great relief when I left behind those sinister dungeons with their dark halls and their whispers. Я чувствовал огромное облегчение, когда я оставил позади эти ужасные подземелья с их темными коридорами и шепотками. В присутствии этих бедных, измученных душ убивало меня на каждом шагу. Я этого не делал. Когда я нашел успокоение в нахождении выхода, я... Так. Я нашел себя снова в темных лесах. Эти потусторонние тени начали сводить меня с ума. Но что-то заставляло меня двигаться вперед. Я знал, что я ближе, чем когда-либо, к месту, которое мне нужно было найти. Я должен был найти правду. Тот, кто ответственен за все это, должен заплатить за страдания, которые он причинил. Хорошо, мужчина. Ты, я смотрю, идейный у нас. Ну ладно, значит и мы. Ох-ох-ох, давайте быстрее. Я ничего не вижу. Если сейчас потухнет, то это же... Ой-ой-ой, нафиг. Твою мать. Что я хочу сказать? Я туда больше не нахуй. Давайте на этом прощаться. Увидимся в следующей серии. Там пойдем в лес. По-моему, это реально страшновато. По-моему, это будет очень плохо. Потому что, блин, вы видели, как действует этот факел? Он практически не работает совершенно. Как бы там ни было, я рад, что взялся за эту игру. Потому что она реально великолепна. И действительно пугает. Надеюсь, вам тоже было страшно. Теперь идите спать. Приятных сновидений. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.